Всем привет, с вами Мимико, и мы продолжаем проходить 9-й эпизод. Поехали. Снова? Ой, шипчик какой-то. А, боже мой. Поняла. Блин, снова операции на мозге. Так. Подопытный номер 12, тест 71Б. Электроды размещены в зоне А2. Стимуляция миндалевидной железы, центром эмоций и памяти, а также страха. Блин. При этом, смотрите, он как бы шевелится. Подопытный чувствует то же, что и я, но он не выдержит обычную для меня нагрузку на психику. Страх, злость, casualty. Почему не переведено? Давайте попробуем туда. Справа от верхнего гвоздя. Это вот туда, наверное. Получится? Нет! Надо думать, надо думать. Может быть, над ухом? Вот сюда. Нет! Так, не двигаем. Туда я, наверное, гвоздику. Блин, а куда? Ладно, сейчас разбираться буду. Хотя, может, это страх вот этот вот нужен нам наоборот. Тогда это куда-то сюда. Ох, получилось. У нас будет еще одна голова, да? Третья. Для этого всего. Ох, ё-моё. Чё так напряжно? Чё всё так напряжно? Ну, мы там открыли, конечно, всё. Иди. О, отец, если бы ты знал, как я был рад увидеть это выражение на твоём лице. Неужели ты правда думал, что я исчезну? Если спрятать меня подальше. С глаз долой, из сердца вон? Да, ты так и думал. Ну, а я тебя ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. Но сейчас просто обязан появиться Рубик. О, а я и не заметила. Слушайте, походу, отец и мать. Лол. Я их не заметила. Обалдеть. Так. Это у нас это помещение. А еще вот здесь. Что-то. Фрагмент 16. О! Боже. Ну, смех был немножко криповеньким. Так, подождите, это получается... Вот туда до конца мы дошли, а там еще правее не было? Вот сюда, да. Чё за звук такой?
дикий. Стимуляция кортикальных областей волнами максимальной частоты оказалась совершенно неэффективной, и подопытные кричат, не переставая, однако умирают слишком быстро. Индивидуальный подбор дает приемлемые результаты, но на каких именно долях сосредоточить усилия? Страх, надежда, согласие, доверие, зависть! У меня тут Рубик, мать вашу! Да пошел ты! Какого черта? Вот это что сейчас было? Что это было? Три из них основные, но что является ключевым фактором? В этот раз не дали послушать. Просто чудо. Настоящее чудо. Опа! Да ладно! Это у нас получается такой проход по кругу? Еще один. Слушайте, как живое просто что-то в этой двери. Слышите? Очень своеобразные звуки, как организм. Я вижу, вы беспокойная натура. Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. О, боже мой. А в этот раз Рубик не пришел. Так, пойдемте сначала к ящикам. Мы в этот раз сохранены. Мы хотя бы находимся на втором этаже. Точнее, мы не находимся на втором этаже. Мы будем на первом, то есть теоретически мы сможем более спокойным образом каким-то добежать туда. О, морозное. Окей. Так, подождите, а что за шум такой был? А, это отсюда. Так. Сохраните нос, пожалуйста. Да жесть. Своеобразная механика в этой игре, конечно. Я не против, Рубик, с тобой побегать, но давай ты будешь здесь. Прям звуки пугающие. От этой двери. Весьма. Это даже что-то напоминает опять из первого Silent Hill. О, большое помещение, как я люблю. Рубик, ты не хочешь прийти сейчас? Чей-то портрет. Сейчас мне хотя бы не жалко. Ну, чтоб ты понимал. Если вдруг ты решишь мне начистить лицо. Почему ты это не сделаешь? Зачем ты оттягиваешь свое удовольствие? Я не знаю. Какой-то мотив у тебя есть для этого. Но какой? Непонятно. Так, окей. В камине ничего. Лаза. А, мы кого-то побеспокоили. Вот эту даму. Патроны важнее.
Боже мой, она так кричит. Такая, ах-ха-ха. Задорная женщина. Ничего ни почем. Мертвая уже. Но ей все хорошо. Да ё-моё, тряпка. Тряпка, я не вижу ничего с тобой. Почти. Так. Мне б такой оптимизм, слушайте. Опа. Хи-хи-ха-ха. Твою ж. Так, не уставай. Дай без телепортации. Слушайте, Рубик на этот раз очень удачный. Мое почтение. Спасибо. Ты очень вовремя пришел. Пуф! Чё-то я себя неловко ощущаю. А, надо было дождаться, пока он сам отхилится. Ладно. Ладно, ладно, ладно. О, это еще для дробовика патроны? Хорошо. Ну, мы уже забили на стелс на всякий. Ай, ну, чё он нам, этот стелс? Единственное, что осматривать, конечно, все помещения на предмет разных бомбочек. Полезный навык. Ладно, надо не так сильно бояться Рувика, наверное. А то совсем как-то жалко выходит. Так. Записка из музыкальной комнаты особняка. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители, смеющиеся над трагедией. Внизу беспомощные жертвы, теряющие все. Я помню, было 11. Ну, тебе поиграть не дают. А, слушайте, а кулаком? Нет. Вижу улицу. Мы давно не были на улице. О, там баночка, оказывается. Неплохо. А, нужно вторую штучку найти, тогда я сейф смогу открыть. Лол. То есть нам сюда типа потом прийти. Мы пока что лишние. А где? На втором этаже разве что центральную дверь я еще не трогала. Вроде. Ну, а мы, как всегда, сохраняемся. В чем дело? Да, так, на самом деле, ни в чем. Все хорошо. Пойдем как раз туда сходим. Так. Ну, по идее, она не круговая. Что там у нас, интересно, находится? Там, наверное, снова какая-то лаборатория будет за этой. Не знаю. О, дверь открыта, хорошо. О, снова портрет. Нижний циферблат сейфа. Старый циферблат сейфа с числами от 0 до 9. От 0 до 9. Оу. Картина, кстати, симпатичная сама по себе была когда-то. И тут сейф.
А какое число-то? Какое число-то будет? Почему только они вычеркнуты? Может быть, это значит 3? 11 и 3? Как мне понять, какие цифры там? Потому что это вот две части одной картины, но я не понимаю... На этой картине я не вижу, что это, что могло бы указать хоть на какие-то цифры. Либо как бы два человека, то есть два персонажа. Либо вот это вот 3. Не знаю. Блин, эффектненько так в эту в люстру ходить. Симпатичненько. Сейчас, кстати, давно не было его. Вполне может появиться уже. Давайте попробуем. Так. 15, 14, 13, 12, 11. Блин, надо было в другую сторону, ну ладно. 3. Еще не подходит? А здесь 2, кстати. А почему 2? Потому что ее до этого, то, что ее уже убили или что? Ну, на той картине. Блин. Сложно. Ой, сколько здесь. И это все получается части сейфа, сейф-хеда. Ну ладно. Подопытный номер 14, тест 88C, подготовка лимбической системы, попытка 3. Размещение электрода, зона С4, стимуляция передней поясной коры, центра надежды. Воздействие на зону надежды улучшает контроль над волей пациента, но одного контроля недостаточно. Блин, я вот не понимаю абсолютно перевода. Сейчас я попробую перевести все эти слова. То есть, как бы получается, вот это вот слово perseverance — это настойчивость. Ордер не стала проводить, но это как-то вот что-то типа заказ. C4 — это надежда. Trust — вера. Ну, типа... Доверять. Доверие. Давайте попробуем вместо C4. Но где оно находится? Погодите. Вон там, где гвоздь. А! Это вот где лоб, получается, туда вколоть. Ну-ка. Вот сюда. Я попала. Просто решила по порядку колоть во все зоны. Ну хорошо. Первая была удачная. По идее, там дверь открылась уже. Сейчас мало ли из какой бутылки вылетит какой ключ. Так. Но эффектненько. В этом году больница не получила обычное пожертвование от семьи. А что, сотрудники сделали нечто заслуживающее пожертвование? Семья Викториана всегда щедро выделяла нам средства. Где твои родители? Они ушли.
И когда вернуться? Доктор, ты хотел что-то обсудить? Я пришел сообщить, что больница больше не сможет поставлять тебе материалы. Ты не сможешь продолжать эксперименты. Как ты смеешь угрожать мне в моем собственном доме? Своеобразно. Вы видели, там с лицом что-то очень плохое случилось в итоге у него. Он на себе уже ставить эксперименты, походу, начал. Наконец-то, чтоб тебе. Мне нравится реакция персонажа, я с ним абсолютно согласна. Надеюсь, что хотя бы в той зоне Рувик не будет за нами гоняться. Ну, пожалуйста. Но, с болью, с трудом я все-таки это прошла. На самом деле, не так уж и больно, просто утомляет перепроходить, сами понимаете. Так, 5200. Угу. Тик. Интересно, сколько он еще будет меня преследовать. Это слишком важно. На всякий случай теперь мне понятно, что это не один и тот же человек. Иначе это было бы странно. Хотя, опять же... О! Опять же, неизвестно, что будет дальше. Какой-то бесконечный коридор. Я не хочу. Блин. Не, давай не надо. А? Срезаем полностью. От того, что я собираюсь с тобой сделать, ничто не поможет. Сбрось с себя кожу. Удали из сознания мысли. Рувик? Я понимаю, что ты меня ведешь за собой, но тем не менее... А, ну слушайте, хоть на хрюшке. Не, мне жаль безумно животное, но тем не менее он хотя бы... Не делал это на детях. Да-да-да-да-да. Я сначала все осматриваю, подожди. Мне важно все осмотреть. А теперь пойдем. Давай, веди меня. Веди меня. Пока можешь. Наверняка же мы тебя прикончим. Блин, и направо она показывает. Ой, внимание к деталям, это я люблю. Даже в декоре. Это, кстати, очень мало какие игры делают. Чтоб такая общая картинка, понимаете, складывалась из чего-то. Это ж интересно всегда. Красиво, кстати. Что это? Мы снова здесь. Последний кадр мне не очень понравился. Why? Это что? Ё-моё! Это за нами теперь вот это кровавое мясо будет, да, следовать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чёрт, давай отдохни! Да, самое время! Это же даже не была странная контрольная точка. Вау! Мне нельзя трогать, да, эти? Он сзади опускается. Там жижа! Твою ж! Я оставила жижу позади. Ай!
А как? Почему? Чем я зацепила? Чем я зацепила? Я же там даже там уже не было ничего. Уже. Он же уже пролез через нее. Ладно, у нас есть жижа. Окей, жижу я могу взять в целом. Без проблем даже. Но это все спровоцирует не очень хорошие вещи, я это сделаю, если неаккуратно. Так. Чё так быстро? Все ради жижи, да? Все ради жижи. Будем это делать? Будем. Просто надо бегом. Все это, конечно, очень круто, но надо это делать быстро. А он, кстати, не бегает ни хрена. Чтобы вы понимали. Он не бегает, ему нормально. Он не бегает! Что с этим делать? Забьем, ладно. Не будем бутылек этот брать. Если бы он бегал, проблем бы не было между нами. Давай быстрее. Прям как по стрункам, да? Там играет что-то такое на фоне жесткое. А, вон слева была. Он еще сверху. О, манекен. Вау. Классно. Эффектно. Ненавижу манекенов, ну вы и сами знаете. Так, это я еще остановиться даже могу. А что-то это сломалось. Блин. Опять этот сыч. Куда идти? Он устал! Что он сказал? Что? Не поняла. Там еще бомба. Чтобы вы понимали. Твою ж мать, тварь. Ну черные я в принципе вижу. Ой, капканы. Как мы любим. Ё-моё. А куда? Пипец. Ё-моё, давайте ещё сдвигаться начните. Беги! Господи. Контрольная точка? Надеюсь. Не контрольная.
Вот это фрагмент 17. Прекрасно. Викториана Эстейт. Теперь я тебя разобью, поняла? За все то, что вы нам сказали, надо пережить. Есть хранение, как бы нет. Больше. Поэтому страдаем. Так. Снова это видение. Ой, кого-то идут сжигать. Блин. Почему я здесь оказался? А мы можем обратно пойти? Мне хочется вот. Видите, как тени подгружаются, забавно. Перелезть не можем? Блин. Ну ладно. Так. Чует мое сердце, что что-то нас ждет. Не факт, что очень интересное. Не факт, что очень простое. Но этот дом еще не горит пока что. Там только, видимо, скоро начнут подходить к нему люди. Так. И зачем они его сжигать пошли? Почему? Так, ну, патрончики мне нравятся, что дают. Но это может, скорее всего, значить только то, что совсем скоро нас ждет бой. Лаура, где ты? Я знаю, что ты здесь. Я слышу, как ты дышишь. Прелесть какая. Богатые сволочи думают, что всю землю нашу могут купить. Нужно им показать, кто хозяин в этих краях. И вы поэтому решили их сжечь? Кошмар! Какие мерзкие люди! Эй, кажется, там дети. Ха, я ничего не слышал. Вы мрази! Что за? Какие мрази! Кто-нибудь, откройте дверь! Рубин! Рубин! Давай, лезь! Боже мой, это ужасно. Черт, нужно уходить отсюда. Туда. Блин, это ужасно. Какие суки просто. У меня нет цензурных слов. Кошмар. А как дальше? Ау. Стоп, а правда как? И как? Ну я же не умею прыгать. До лестницы допрыгнет? Не, он так не допрыгнет. Он прыгать не умеет. Ладно, еще раз опускаем. А, или подождите, надо сначала поднять. Сначала, может, вот это? Нет.
Я не понимаю. Так. Нет, мы ничего не можем сделать, кроме вот этого. Разве что ее как-то сдвинуть, попробовать. Вот сейчас, не? А! Блин. Это-то я и не попробовала как раз. Как люди жестоки. Вот поэтому я с ними предпочитаю не контактировать, только с близкими людьми. Кошмар. Люди ужасны. В большинстве своем. У очень многих душонка гнилая. Так, это я могу, кстати, поджечь. Что меня будет ожидать за этим? Видимо, теперь дробовик надо взять. Ну, давай, догорай. А, ничем меня это не вознаградит. Может быть, здесь будет, но все-таки спички — это очень важно. Я пока не буду. Я не готова. О! Рувик! Давай не будем. Пожалуйста. Так, ну, в виде кровавой жижи, я так понимаю, бить бесполезно. Правильно? Еще больше. Огня! Я ж нормально все сделала. Какого хрена? Жрем! Да чтоб тебя, я не успеваю тупо их поджечь. Да чтоб тебя. Камон! Винтовку. Винтовку, пожалуйста. Ты серьезно? Бедняга. Это ты с нами сделал? Как это грустно. Почему мы? Наш предок или что? Что произошло? Почему? Беатрис, прошу тебя, поешь. Тебе понадобятся силы. Мои дети. Я хочу... Беатрис, мы уже об этом говорили.
сам. Иногда я слышу его голос. Эй, я пропустила видение. Из-за того, что я ближе подошла. Это нечестно. Что там? Почему я пропустила из-за этого? Туда не могу, там закрыто. Мне обидно, что я пропустила видение из того, что я ближе подошла. Эй! Ладно, потом на ютубе у кого-нибудь посмотрю. Ну чё так жестко? Почему так с ними обошлись? Кошмар же какой. Ладно. Дальше посмотрим, увидим. Но это впечатлительно. Я как бы... Понимаете, тот момент, когда какие-то нюансы геймплея уже отходят на второй план, и то, от чего я обычно порой горю, вот, оно совершенно не важно, потому что мне интересно, что происходит в этой игре, мне интересно, что будет дальше, и то, что оно может зацепить какие-то мои эмоции, это очень здорово, хоть и в данный момент, знаете, такой прям вот паладин внутри кипит от гнева, как можно так поступать с людьми другими. Ладно, я буду ждать ваших комментариев, конечно же, как всегда, под видео, ребят. И если вам понравилось, то подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока, до встречи!